Здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия – выпуклые многоугольники, составленные из квадратов и правильных треугольников. Из четырех равносторонних треугольников, не обязательно одного размера, сложить выпуклый пятиугольник. Повторяю, сложите выпуклый пятиугольник. Выпуклый, это очень легко объяснить. Если у вас есть фигура, так, раз, два, три, четыре, пять. Вот представьте себе такой вот пятиугольник. То он называется не выпуклым, потому что можно соединить отрезком две его точки, и отрезок выйдет за пределы этой фигуры. А выпуклый – тот, у которого все углы меньше 180 градусов. То есть, когда берешь любые две точки и соединяешь отрезком, то отрезок целиком лежит. Вот этот выпуклый, а этот не выпуклый. Там, где есть такая впадинка, там, значит, не выпуклый. Равносторонний треугольник, надеюсь, все знают, что такое. Это треугольник, у которого все стороны одинаковой длины. То есть задача на геометрическое конструирование. Придумайте, как из четырех равносторонних треугольников, так, вот вижу в тетради, рисуют равносторонний треугольник по диагонали клеточки. Значит, ребята, пожалуйста, поймите, запомните, что когда у вас есть в тетради клеточка и вы проводите, то вот этот угол 45 градусов, а у равностороннего треугольника угол 60 градусов. Поэтому равносторонний треугольник рисуется не вот под таким углом, а 60 больше, чем 45. Сумейте сложить выпуклый пятиугольник. Подсказка, это очень легко. Нет, не странно. То есть ничего такого сложного придумать не надо. Просто складываешь, и все получается. Это три равносторонних треугольника, да? Так, но просили это из четырех. Из четырех. Это во-первых. А во-вторых, картинку мы нарисовали абсолютно неправильно. Давайте я объясню, почему. Если здесь 60 градусов, то здесь у нас получается 180. Поэтому вы думаете, что эти три... Вы думаете, что эти три точки не лежат на одной прямой, а они на самом деле на одной прямой. Очень замечательно, сейчас смотрите, кто-то в футболке, а кто-то с шарфом. Рисуем, рисуем, гарни нарисовал, ушел. Садимся, я по очереди пройду, где посмотрю. Значит, смотрите. Ну, картинка же безобразная совершенно. Так, вот это, как ни странно, это одно и то же. Вот эта конструкция очень странная, потому что 4 раза по 180 это уже больше. 4 раза по 60 это больше, чем 180. Так, это то у нас то же самое, что было. Ну да, заметьте, что не сговариваясь, почти все поняли правильный ответ. То есть правильный ответ получается так. Берешь равносторонний треугольник и к нему пририсовываешь. Вот это то, что ребята здесь хотели нарисовать. Ребята, сейчас мы решим одну из моих любимых задач. Из правильных треугольников и квадратов можно складывать разные выпуклые фигуры. Например, можно взять
квадрат, и это будет просто четырехугольник. Можно сложить пятиугольник, тоже по-разному. Один из вариантов вот такой, квадрат и треугольник. Другой вариант можно как сделать? Можно взять, нарисовать, правда, это шестиугольник. Это получается шестиугольник. Ну, не страшно. Я ему еще внизу пририсую один треугольник. Все, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Вот пятиугольник. А теперь задача. А нет, шестиугольник я тоже нарисую. Шестиугольник я тоже нарисую. Это тоже очень легко. Наверное, это мое вмешательство. В общем, совсем легко. Это не будет неуместно, да? Вот, шестиугольник бывает равносторонний шестиугольник. А теперь задача. Пожалуйста, аналогичным способом из правильных треугольников и квадратов сложите семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник, десятиугольник, одиннадцатиугольник, двенадцатиугольник. В одной вершине сходиться два правильных треугольника и квадрат не может. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Пятиугольник. Вы, конечно, скажете, что у меня он не нарисован, но, ребят, давайте так, достаточно одного варианта решения. То есть этот пятиугольник, он хоть и правильный, он правильный, он здесь что, для нашей задачи. Но это сейчас неинтересно. Правильный треугольник имеет угол 60 градусов, а не 90. Отойди, пожалуйста, покажи всем. Найдите, чтобы всем было видно. Ребят, вот типичная ошибка. Во многом для того, чтобы вы поняли, что это неправильно, я и решаю с вами эту задачу. 60 и 90 – это как-то странно разные числа. Как вот этот треугольник неравносторонний. У него вот этот отрезок гораздо больше этого. Этот пятиугольник у нас уже был. И надо не собрать конец прекрасного поэтому. Так, это шестиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А шестиугольник уже был, даже два шестиугольника было. Поэтому неинтересно. Не вы. Очевидно, не вы. То же самое. Полный ремонт, да. Не могут в одной вершине, пожалуйста, граждане, чертежи, не могут в одной вершине сходиться 90 градусов и 3 раза по 60. Ну вот неужели, ребят, можно рисовать не очень аккуратно? Но когда вы рисуете так, что теряется весь смысл картинки, ну неужели, неужели понятно, что это правда? Выпрямить фигуру надо сложить.
уже, во-первых, непонятно, зачем было начинать рисовать внизу, если у вас маленький рост. Он был здесь рисовать, правда? Во-вторых, в этом месте уже не получится, правда? Все. Если в одном месте не получается, значит, дальше рисовать уже бессмысленно. Так, не бывает, не бывает. Это не выпуклая фигура. Вот эти две точки соединяю, вылез за пределы фигуры. Господа, пожалуйста, вы сначала в тетрадях нарисуйте нормальный чертеж, чтобы самим было не стыдно смотреть. Понимаете, все эти отговорки, что я знаю, но плохо умею рисовать, это все ерунда. Обычно, если у вас какие-то каракули, то это показатель того, что на самом деле вы ничего не понимаете. И пытаетесь при помощи каракули как-то замаскировать это свое понимание. Вот это что за чушь? Вот откровенная чушь. Что это за не бывает таких равносторонних треугольников. 90 градусов равносторонних треугольников не бывает. Слово «выпуклый» означает, что когда берешь любые две точки, в том числе вот эти, и соединяешь, то не выходишь за пределы фигуры. Семиугольник, восьмиугольник, ну, лишь бы больше шести. Выходим, рисуем. Сколько раз мне повторять, что 60 и 90 это разные числа? Почему вы не можете на эту тетрадь посмотреть? Это шестиугольник. Шестиугольник у нас уже есть. И здесь будет сплошной отрез. И количество вершин будет 4. Правильно? Из двухугольника складывается четырехугольник. Так, но это полная ерунда, потому что слово никак не услышали. Соединяя любые две точки, вы не должны выходить за пределы. Ваша фигура не выпуклая. Потому что 90, 60 и 60 вместе дают больше, чем 180. Ребята, давайте посмотреть. Эта фигура не выпуклая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вот это хорошо. А вот это хорошо. Семиугольник. Так, здесь какая-то я не успел стереть. Дальше смотрите. Это тоже ерунда. Восьмиугольник. Он у нас нарисован даже уже два раза. Так, ребят, давайте я сделаю так. Значит, этот семиугольник я перерисую. Значит, как он рисуется? Значит, так, берем два квадрата. После этого здесь рисуем равносторонний треугольник. Давайте для красоты я буду показывать, как все это сложено из треугольников одного размера. Я это не требовал, но на самом деле вполне можно. Так,
считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Семиугольник. Теперь рисую вот эту картинку. Восьмиугольник. На самом деле то же самое, только на один треугольник меньше. Девятиугольник, десятиугольник, 11, 12, быстрее давайте. Это восьмиугольник, мы его уже знаем. А я там уже дорисовал. Что ты не дорисовал? Нет, я там уже дорисую. Вы же не знаете, сколько раз это еще сотрем, поэтому, может быть, в конце концов, в нем все и получится. И вообще, сами рисуйте, нечего на него смотреть. А, понятно. Что такое выпуклая фигура, мы так и не поняли. Так, пошли считать. Здесь у нас сплошной отрезок. Здесь тоже сплошной отрезок. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Слушайте, получилось. Что-что? Получилось. Конечно, это надо рисовать гораздо аккуратнее. И более того, вот эти вот треугольники, которые я сейчас крестиком и квадратиком, которые я сейчас крестиком покажу, на самом деле были не нужны. Но девятиугольник получился. Сейчас я его обратно нарисую на доску. Так, смотрим здесь. Ну да, здесь вообще, знаете, многоугольник – это часть плоскости, ограниченная, самонеперетекающейся ломаной. Такой вот, я даже не знаю, как это сказать, угла торчащего в отрезок, такого в многоугольнике не бывает. Так это просто запрещено. Так, здесь, очевидно, не выпуклый склад будет. Правда? Квадрат. Давайте сейчас его заштрихуем.
Вот вам треугольник здесь. Квадраты, на самом деле, все эти квадраты, они одинакового, так сказать, статуса. И дальше мы делаем очень просто. Мы каждый раз дырку, которая здесь возникает, двумя правильными треугольниками закрываем. Пожалуйста, посмотрите внимательно. 60, 60 и 60 – это 180. Два раза по 90 – это тоже 180. Всего 360. Опять 60, 60, 60, два раза по 90. 60, 60, 60, два раза по 90. Получилась фигура. Посчитаем, сколько у нее вершин. 1, 2, 3 – это здесь. Здесь 3 и здесь 3. Давайте еще раз. 1, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это действительно девятиугольник. Идея замечательная. Взять фигуру и обить ее слоем треугольников и квадратов. То есть вот в этом случае взяли равносторонний треугольник, и вокруг него прошли, за счет этого возник такой второй слой. Оказывается, что и 10, и 11, и 12 угольник можно получить при помощи этой идеи. Нужна не идея, нужны суммы. То, что нарисовано на доске, надо у себя в тетради прилично нарисовать. Это уже не просто. Уже это не просто. Если вы сегодня это сделаете, уже будет большой прогресс. Потому что большинство школьников равносторонние треугольники рисовать просто не умеют. Что вы мне здесь нарисовали, а? Не бывает такого угла в 60 градусов. Ошибка может быть на несколько градусов, вон на 10, на 20 градусов. Но нельзя же ошибку такого размера. Так, умеем ли мы считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А восьмиугольник уже будет. Это уже неинтересно. Что такое выпуклая фигура? Это уже неправильно, это надо же было с самого начала делать. Ребята, не надо торопиться в доске. Так, а это что такое? Что такое? Что? Когда рисовать девятиугольник? Это по-вашему скольки угольник? Нет, давайте я вашу картинку попытаюсь нарисовать понятие. А нет, не попытаюсь. Не попытаюсь, потому что у вас вот в этом месте просто неправильно. 90, 90 и 2 раза по 60 – это не 360. Поэтому вас опять подводит неумение рисовать правильные треугольники. В этом месте вы сообразили, что надо 3 раза по 60, а в этом месте нет. Подсказка. Посмотрите на девятиугольник. Там была выполнена обивка правильного треугольника квадратами и правильными треугольниками. Делайте то же самое с каким-нибудь другим многоугольником. Не с треугольником, а с каким-нибудь побольше. И честное слово, у вас получится.
Рисуйте. Вот здесь взяли двусторонний треугольник и вокруг него нарисовали следующий слой. Так возьмите побольше фигуру. Не слишком большую, иначе будет трудно рисовать. Но и не такую маленькую, как один треугольник. Не ждем других, рисуем. И помним, что в любой внутренней точке могут сходиться либо 4 квадрата, это 4 раза по 90, давайте даже включим. 4 квадрата, это вот так, 4 раза по 90 градусов, либо 2 квадрата и 3 треугольника, либо 6 чего? Треугольников. 6 раз по 60 – это тоже 360. Никаких других ситуаций во внутренней точке не может быть. Итак, 4 раза по 90 или 2 квадрата и 3 треугольника, или 6 треугольников. Почему сюда не смотрите? Если один вариант не получается, не складывайте руки, рисуйте дальше. У нас фигура должна быть сложена.
90 градусов отличается. Сколько же раз вам это бывает? Не бывает 90 градусов одностороннего. Казалось бы, простую истину надо запомнить. А вот оказывается, что нет. Как привыкли в школе рисовать по диагонали. Нет, это не равносторонний треугольник. Садитесь, пожалуйста. Он не так выглядит. У равностороннего треугольника нет угла 45 градусов. У него нет угла 90 градусов. Просто нет. Кроме 90 и 45 бывают другие углы. Рисуем, придумываем. Ваша проблема, если не по клеточкам, значит уже все, уже не бывает. Это чисто психологические проблемы, ребят. Вы как привыкли, что все можно нарисовать по клеточкам? Так не можете от этого избавиться. Любой внутренней точке. Либо два квадрата и три треугольника, либо только треугольники, причем 6 штук, либо 4 квадрата. По-другому не бывает. По-другому из 90 и 60 360 не сложишь. Задача геометрическую фантазию. В одной вершине сойдись 4 треугольника. Мы сегодня это уже обсуждали. 60 и 90 это разные величины. Не может быть такой вот перемычки. Понял? То же самое. Не бывает. Равносторонний треугольник это не половинка квадрата. Здесь у вас возник угол 30 градусов, который уже ничем никогда не запомнит. Все, не получилось картинка. Повторяю подсказку. Девятиугольник возник в результате возникновения второго слоя вокруг треугольника. Возьмите не треугольник, а какую-нибудь другую фигурку. И пройдитесь, что называется, вокруг нее. И у вас все получится. Не по клеточкам. Ну что же вы делаете, а? Не бывает 60 градусов по диагонали клеточки. Почему вы не можете от этих узелков бумаги в клеточку оторваться? Каким угольником это будет?
не выпуклый многоугольник, а нужен выпуклый. Размеры должно быть.
Ребята, запомните простую вещь. Когда вы исправляете чертеж, обычно получается еще хуже, чем он был неисправлен. Надо или стирать, и рисовать заново, или же не заниматься вот этим. Смотрите, у него в результате нарисовано два отрезка. Так не должно быть. Здесь то же самое. У квадрата не бывает одна сторона нарисована два раза. Все, спасибо, садитесь. Значит, смысл абсолютно правильный. Ну, не выпуклая фигура, сколько тебе раз объяснять, что такое выпуклость, так ты не поняла? Когда у фигуры все углы меньше 180 градусов, это называется выпуклая. Когда соединяешь любые две точки отрезка и не выходишь за пределы фигуры, эта фигура, разумеется, не выпуклая. Но это тоже абсолютная ерунда. Тоже не выпуклые фигуры. Ну, ребята, что же такое? Смысл очень простой. У нас есть равносторонний шестиугольник. У нас есть равносторонний шестиугольник. Мы во внешнюю сторону рисуем такие вот квадраты. Рисуем такие вот квадраты. И заделываем треугольниками возникшие. 12. Очень хочется 11. Очень хочется 11 угольника. Смотрите, что подвергалось обивке только что? Правильный шестиугольник. Здесь ромб с углами 60 и 120 градусов. Ребят, подумайте. Какая еще фигура не была нами использована? А? Правильно, пятиугольник еще не обивали. Так давайте этим займемся. Нарисуйте пятиугольник. Не-не-не, на доске показывайте. На доске показывайте ответ. Не бывает вот так. 90 градусов у равностороннего треугольника не бывает. Если бы я с самого начала потребовал бы 11 угольник, а других картинок бы не было, вот это была бы трудная задача. А сейчас это всего лишь примерно такая же, как уже была. Вы должны догадаться. Все предыдущие картинки вы же делали. Thank you.
бывает 4 треугольника и квадрат. Не бывает 3 квадрата и 1 треугольник. Без он, все, уже неправильно. Сейчас пойдет еще внешний слой, да? Ну и ничего не получится. Потому что у вас уже нет. Уже не получится. Очевидное невидимость. Просто но настолько очевидно. Что такое выпуклая фигура, ты понял? Что вот это, когда ты соединишь точки, что отрезок вылезет за пределы? Сегодняшнее занятие посвящено теме, что 60 не равно 45 и 90. Умение рисовать равносторонний треугольник совсем не сложно. Это просто комбинаторное представление, то, как устроено. Очень не хочется рассказывать эту задачу. Да, давайте вас проверять. Все, спасибо. Не надо дальше. Дальше вы портите все, потому что они не рисуете. Значит, смотрим. В этой точке 3 треугольника и 2 квадрата. Здесь 3 треугольника и 2 квадрата. Замечательно. Тоже хорошо. Здесь 3 треугольника, 2 квадрата. Да, с этими точками все замечательно. Теперь проходим... Нет, стоп! Я не понял, а вот в этом месте? Смотрите, пожалуйста, 90 и 2 раза по 60. Это же очевидно, не выходит. Мы сегодня весь день обсуждаем, что 90 и 2 раза по 60, это сколько будет? Это 210, а это больше, чем 180. Не бывает в выпуклой фигуре такого. Так, давайте здесь смотрим. Но это вообще непонятно, что такое. Это вообще непонятно, что такое. Такой равносторонний треугольник явно не бывает. Здесь у нас 4 равносторонних и 1 квадрат. Так бывает. 3 треугольника и 2 квадрата. Да, ну явно неправильно. Не бывает 2 квадрата и 2 треугольника в одной вершине. Так, ну эта конструкция просто очевидно не выпуклая. Принципиально, там ничем не отличается 11 треугольника от 12 треугольника. Я еще раз повторяю мысль. Вот здесь у нас 6 угольник, здесь 3 угольника, здесь 4 угольника. Ну неужели трудно понять? Для 11 угольника какую разумно взять фигуру? Так и возьмите. Пятиугольник у нас где-нибудь есть? Нет. Ну даже 2. Я не знаю, какой из них вам симпатичнее, но возьмите одну из этих фигур в качестве вот этой. И обейте ее. В чем проблема? Не бывает 2 квадрата и 2 треугольника. Я не понимаю, почему вы не можете взять пятиугольник. Я советую взять ту фигурку, которая правильно треугольничек сложена.
потому что она так будет симпатичная. Просто подвергнуть его аппетиту. Соединяя любые две точки, мы не должны выйти за пределы. Нарисовать вот эту картину. Давайте я это сейчас сделаю. Она сложена из правильных треугольников. Это только шестиугольник. Надо еще, ну, например, здесь. Дальше. Обить квадратом. Ну, у меня не очень красиво получается, но смысл понятен. Везде нарисовать квадрат. Дальше смотрите, здесь 60, 90, 90, значит будет два треугольника. Здесь два раза по 60, значит будет один треугольник. Два раза по 60 будет один треугольник. Два раза по 60 будет один треугольник. Два раза по 60 будет один треугольник. После этого давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Господа, я не говорю, что это единственный возможный 11-угольник. Я сейчас не знаю. Может быть, еще есть. Но это 11-угольник.